Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» і радіо «Буковинська хвиля 100FM» програма «Без емоцій» і я, її автор та ведучий Святослав Вишинський. Осел, завантажений золотом, візьме неприступну твердиню. Так передає Плутарх слова македонського царя Філіпа II. І чи не для того це все, щоб заволодіти ослами у самій твердині? Сьогодні ми будемо говорити про бізнес-інтереси та політичну лояльність з нашим гостем, депутатом Чернівецької міської ради Анатолієм Чесановим. Вітаю вас. Здравствуйте. Ви давно в політиці, але в Чернівцях ви все ж більше відомі як підприємець і власник розважального комплексу «Сорбона». Його будівництво супроводжувалося чисельними скандалами, зокрема, у 2011 році відділ охорони культурної спадщини видав припис на знесення прибудованого ресторану на вулиці Університетській. І ви, як політик, дуже часто говорите за захист інтересів чернівців і чернівчан, але чи усвідомлювали ви тоді, що ваша архітектурна авантюра могла завадити внесенню чернівецької резиденції буковинських митрополитів до переліку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО, грубо кажучи, зашкодити місту? Начну, наверное, по порядку. Авантюра, я думаю, что это не авантюра, и лучший, конечно, показатель – это толпы туристов, которые фотографируются на фоне Сорбоны. Относительно авантюры, Сорбона построена на собственной земле, которую я ни у кого не брал. Там стояло мое строение, которое мне дали, согласно решению горсовета, реконструировать под кафе. Были проведены масса градостроительных советов, и позитивное решение было вынесено. Относительно того, что вы говорите, в 2012 году был вынесен решение суда апелляционного, то в 2012 году Сорбона уже стояла и работала, она работала уже год. Этот припас пришел с большим запозданием, и он касался не строительства Сорбоны, он касался только шара надбудовы. Сверху, если вы видели, это глобуса, характеризующего там все стороны света, ну, образно так. Ну, але тим не менше, чи не найбільше от в публікаціях засобів масової інформації взагалі громаду обурює показове нехтування інтересами суспільства і громади. Це в першу чергу і наступ закладу на тротуари прохожі, в тому числі на зайняття території, скверу і навіть перенесення пам'ятника Юрія Федьковича, яке відбулося років 10 тому. І, зокрема, з приводу цього журналіст Сергій Воронцов на сайті BookNews у 2011 році написав сакраментальну фразу. Картина вийшла така. Величезна будівля Кубу, яку депутат збудував для свого бізнесу і амбіцій, подряпана синя лавиця для суспільства. Чудова ілюстрація мрійного ринкового життя, єдності народних обранців і народу, високих стосунків у нашому суспільству. Я веду це до того, що взагалі у нас прийнято, що народ не любить зухвалу і показну розкіш. І ви, як політик, мали би все-таки з цим рахуватися. Представьте собі, що це строєння знаходиться где-то в центрі Парижа. Яким воно должно бути? Оно, наверное, должно быть характеризовать какую-то эпоху, там, наверное, должно быть какое-то не зухвалое оно, оно просто объединяло несколько эпох, и архитектор имел право на это решение. Я считаю, что строение... Строение достойное, и в 2006 году, когда мы подали заявку на участие в конкурсе, мы заняли первое место как лучшее архитектурное строение года. Наверное, архитекторы Украины дали, наверное, достойную оценку этому всему. Было переносить памятник? Относительно переноса памятника, да, наверное, была какая-то ошибка, что там строение стало немножко выше и доминировало над памятником. И после этого было принято решение о переносе памятника. И всю площадь, которую вы сегодня видите, можете гулять, и гуляют город, жители и гости нашего города, сделанным за мои собственные деньги, город туда не вкладывал ни единой копейки. Относительно того, что там вы говорите, что якобы мы где-то заступили и заняли чью-то землю, это не подтверждено ни единой комиссией. Все комиссии, в которых я участвовал, выносили решение, что мы не дошли метр до красных линий. Мы построились в границах надаванного нам впоследствии, после того, как у нас забрали акт постоянного користування на землю и передали нам участок в аренду, не выступали ни на один метр. Поэтому это все наглая брехня наших оппонентов, ну, брехня
людей, которые хотели, наверное, наступить мне на мозоль или не дать мне возможности говорить правду. Власне, от про це. От пізніше ви стали депутатом Чернівецької міської ради, де очолили фракцію партії «Батьківщина». І тоді ж у вас був якийсь конфлікт із нашою Україною. Зокрема, в інтерв'ю «Букінфлоу» грудня 2009-го наш українець, директор машзаводу Віктор Сідер теж видав таку сакраментальну фразу. Якщо вона, маючи на увазі Юлію Тимошенко, переможе, то вони, маючи на увазі вас, будуть будувати де хочуть, що захочуть і коли захочуть. Але говорили, що власне, за всім цим стояв якийсь бізнес-конфлікт між вами. І це все перейшов в політичну площину. В чому була справжня причина? Я вам скажу чесно, у мене ніяких бізнес-конфліктів з Сідлером ніколи не було. Я вважаю чоловіка, чоловік діяльний, працює. Чому він так сказав? Ну, тоді були вибори. Они, наверное, Сидлер шел впереди времени. Он сказал, что те, кто придут к власти, они будут защищать свои интересы. Вот как раз мы пришли, были два созыва при власти, ничего не брали, ничего не забирали. Я, собственно, ни одного метра земли себе не взял, и мне оно не надо, потому что я знаю, как зарабатывать честно деньги. А сейчас вот давайте посмотрим на картину, что происходит. Сейчас именно политическая сила, которая пришла к власти, она полностью использует все только для себя. Только бизнес-интересы одной политической силы. Это знают и видят все черновчане. Зачем я буду далеко ходить, и я там буду говорить на белое-черное, на черное-белое. Поэтому я скажу честно, Сорбона была построена тогда, когда я не был депутатом. Я был простым предпринимателем. До речі, батьох цікаво, чому така назва Сорбона? А Сорбона, честно сказать, у меня друзья, которые участвовали в строительстве Сорбоны, я имею в виду архитекторы, они очень любят французскую архитектуру, там разные эпохи того времени. И фактически Черновцы – это маленький Париж, правильно? Я зрозумів. А ми знаходимося в окруженні корпусів університету. Ну і десь от навівається така от мисль, що ми хотіли построїти університет розвлечений. Якщо переходити до політики, у 2011 році ви були автором проекту рішення про припинення повноважень міського голови Миколи Федорука, за що були звинувачені в тушкуванні і виключені з партії «Батьківщина». Наголошую саме з партії. Чому ви не склали свій мандат, аби тому що все-таки ви були обрані за партійними списками? Скажіть, будь ласка, я должен був здавати мандат? Почему? Я что, какие-то уставы партии нарушил? Я предал партию? Я нарушил какие-то каноны или правила игры? Нет, никогда не нарушал. Я вам скажу честно, правду, в 2007 и 2008 году лично я получил рекомендацию, а письмо политрады партии, где четко было указано о том, что за подписью Юлии Владимировны, что снять Черновицкого мирского голову Михаила Трохимовича за конкретные дела, за жалобы, которые люди массово писали, черновчане, нашу партийную организацию. И я, если надо, я могу эти письма принести, они у меня сохранены до сих пор. А чему эти листы, эти документы никого не было, не до прилюдно? А я вам скажу честно, меня никогда нигде никто не приглашал, я был неудобным. Тогда все средства массовой информации, слава богу, сейчас такого нету, были полностью подчинены одному человеку, царю. Понимаете, и все, что выходило в эфир, оно было с легкого одобрямца делалось. Меня никто никогда никуда не приглашал. Обидно, я не мог защитить свою позицию, кроме сессийного зала. В сессийном зале, да, я конкретно выступал. Став депутатом, сразу же мы организовали комиссию по Калиновскому рынку. Сразу же четко, жестко отнеслись ко всем вопросам. Нашли злоупотребление. Сразу же поднялся вопрос о приватизации Калиновского рынка фирмой «Мегамаркет», собственником которой был Рынжук. Фактически человек Федорука. И мы сделали все, чтобы рынок остался в коммунальной собственности. И следующий, самый скандальный вопрос, который был, о котором вы даже, может быть, не знаете, это строительство биоэтанолового завода на месте сахарного завода. О чем можно говорить? Они хотели в центре города построить химический завод. Я был неудобный, мне предлагались взятки, на меня давили, против меня устраивали куча комиссий, куча всего, хотели мне заткнуть рот. Я вам скажу следующий свой случай. Они хотели просто нагло украсть у наших жителей города деньги. Они сделали конкурс и забили в бюджет 10,5 миллионов гривен для того, чтобы демонтировать мост железнодорожный, вы помните, в сторону Садгары. А вот мы сделали красиво. Мы провели, мы это все отменили. Отменили решение исполкома.
провели конкурс, продали мост и еще заработали 300 тысяч. Разница в 11 миллионов. Сэкономили городу, да, 2 миллиона долларов на то время. Это что, не деньги? Я был неудобен Николаю Трофимовичу. Тем не менее, у багатьох журналістів склалося, що більшість обвинувачень на адресу Миколи Трохимовича прозвучало якби заднім числом від вас. Багатьох речей ви начебто не озвучували раніше, і це стало певним сюрпризом для ряду журналістів. Я вважаю, що це повна брехня, і це, мабуть, домисли, а може бути, журналісти не хочуть дивитися правді в глаза. З 2006 року у мене почався конфлікт з ним. Тоді, коли я не дав можливості приватизувати ринок Калининський. Вам скажу еще следующую ситуацию. В 2008 году, когда был потоп, если вы помните, кабинет министров, тогда руководила Юлия Владимировна Тимошенко, выделил 20 миллионов гривен. 20 миллионов гривен мы должны были раздать предпринимателям. Определили как, что. Я вам скажу честно, 13,5 миллионов, да, они хотели выделить, а 6,5 миллионов Николай Трофимович решил потратить на другие нужды. Понимаете? В 2008 году город готовился, в 2007 году готовился к 600-летию. У нас была масса вопросов городу, масса вопросов было к чиновникам, масса вопросов было к Николаю Трофимовичу. Почему массово списываются сотни тысяч гривен, миллионы гривен списываются и уходят в трубу. Ровно через 2-3 года люди увидели, как ценой этим их работам фасады все рушились и тому подобное. Поэтому можно быть голословным. Я постоянно поднимал эти вопросы, но, к великому сожалению... Тим не менше, у листопаді 2010 року, одразу після місцевих виборів, в орендованому приміщенні Кубу Сорбона було викрите нелегальне казино і відкрили кримінальну справу. І багато хто вважав тоді, що цей аргумент з боку нової влади, з боку партії регіонів, став вирішальним у тому, що ви і змінили свою позицію щодо Миколи Тимошенка. Я вам скажу чесно, це чиста брехня, яка доведена судами. Я ніякого відношення до цього не мав. От у вас склався імідж конфліктного політика. 27 лютого цього року мер Олексій Каспрук на сесії назвав вас, цитую, агентом Кремля. У відповідь ви пригрозили поговорити з ним, цитую, як чоловік з чоловіком. У березні цього року ви помічені в штовханині з депутатом Ігорем Урсуляном. Тоді ж ви вбили по мікрофону на сесії міської ради. У лютому 2013 року найрезонансніша ваша бійка на вулиці Кобилянської з тодішнім очільником департаменту ЖКГ Ярославом Кушніроком. Питання, чому ви так агресивно поводитесь у політиці, в публічному просторі? Я завжди буду відносився агресивно і буду відноситися к несправедливості. Я вам скажу чесно, я хочу, щоб ви вспомнили, наверняка ви черновчанин, ви видели все, що происходило в тот момент, когда якобы ви говорите, я имел отношение к микрофону. Микрофон поломал Каспрук. Он в тот момент не хотел ставить вопрос, который меня лично, как черновчанина, как украинца, как гражданина Украины, беспокоит в первую очередь. Вы помните, как в феврале месяце НКРЕ подняло цены на газ и на электроэнергию? Постанова 220 и 583. Мы поставили четкий вопрос о том, чтобы обратиться к президенту Украины, чтобы он отменил решение НКРЕ. Сейчас об этом говорит вся Украина, тогда мы были первыми. Почему вы об этом не говорите? Почему Урсулян захотел там, это регионал, вы знаете прекрасно, вообще в окружении нашего Алексея Павловича одни регионалы. Меня там говорят, что я там пособник, там агент Кремля. Там мне, честно говоря, смешно на это смотреть. Все, кто защищает права людей, все, кто защищает разбазаривание денег с бюджета, гравий, защищают этих самых предпринимателей, защищают малоимущих, все это, наверное, агенты Кремля. Все неудобные, это агенты Кремля. 26 лютого на сесії міської ради вас помітили у кнопкодавстві замість депутата Марини Гаєвської. Це була випадковість? Чи я вам скажу чесно, це була чиста случайність. Я сидів рядом со своим местом, потому что разговаривал с депутатом, она мне задала вопрос и автоматически нажал на соседнюю, потому что это было мое место. А до этого там села Гаевская, и все, это чистая случайность.
У січні цього року Чернецький міський голова Олексій Каспрук називає вас і Володимира Бешлея, цитую, лідерами контрреволюції, і заявляю, цитую, та вони ж мене ненавидять, вони все, що згодно зроблять для того, щоб у мене нічого не вийшло. От ваша нелюбов до Миколи Трохимовича Федорука нібито зрозуміла. А чим Олексій Павлович вам так не вгодив? Это мы контрреволюционеры. Тогда контрреволюционеры все жители города Чернецов. Что сделано за два года? Вот давайте начнем. Вот я даю пальцы одной руки. Назовите хотя бы одно дело, которое сделал и довел до конца Алексей Павлович. Я это все предвидел, потому что человек работал в предприятии «Местобуд». Он был директором. Вы знаете, там порушена была криминальная справа. 1 100 000 ушел неизвестно куда. До сих пор никто не знает, где эти деньги. Понимаете, я так же само знал, что будет в будущем, что город будет разбазарен, ничего не будет делаться. И именно к этому человеку я всегда был в оппозиции, потому что я знаю, что это бесхозяйственный, бесхребетный человек, который будет управляться Николаем Трофимовичем и будет делать все не на благо народа. Он будет делать все только защищать бизнес-интересы одного политического клана. А чому взагалі так стається, що проти всіх політиків рано чи пізно порушують кримінальні справи, але ці справи ні при якій владі, як правило, не доводять до кінця? Чесно, коли люди, наверное, приходять в власть, вони, наверное, в первую очередь забувають о том, що вони избранники народу, а вони починають думати о собственной наживі. І все. Вот мне честно скажу, ну, честно, наверное, это некрасивое слово, потому что это все говорят, все говорят честно, это, наверное, говорят нечестно. Сложилась такая ситуация, вообще, когда я становился депутатом, и мне предложил наш лидер Гасюк, предложил возглавить и стать руководителем фракции, и было проголосовано однозначно 100% в мою пользу. Он мне сказал: Толик, ты в первую очередь должен думать не о депутатах, которые рядом с тобой. Ты не должен думать о своих амбициях, а ты должен думать о том, почему ты на этом месте. Ты пришел от политической силы, ты пришел от батьковщины, ты лицо Юлии Владимировны Тимошенко. И я делал именно так. И я всегда стоял на защиті інтересів людей. Але ж бачите, ви самі собі суперечите. Якщо вас виключили з партії, значить Юлія Володимирівна Тимошенко вже не бачила вас своїм представником. Извините, мене виключали з партії, коли Юлія Володимирівна сиділа в тюрмі. Перший, хто підняв вопрос по Юлії Володимирівні, і у мене є підтвердження цьому, я б написав на Януковичу письмо, жорстке письмо, де ми требували о том, щоб освободити і прекратити репресії. Понимаете? Я вам скажу другое. Ровно мене виключають із партії. Человек, который избирался всегда молчаливо от партии регионов, это Николай Трофимович, потому что партия регионов никогда не выдвигала никакую кандидатуру, она поддерживала только Федорука. Вдруг ситуация в стране поменялась, Николай Трофимович очутился в партии «Батьковщина». Потом он ее ровно через год продал, сдал. Ушел в другой политический проект. И так же самое все фронтовики. Все фронтовики перешли в батьковщину, потом красивенько сдали Юля. Сначала ее целовали, Юля Владимировна пришла. Они... Чи готові ви оприлюднити листи Юлії Володимирівни Тимошенко, де вона дає вказівки по усуненню Миколи Федорука? Добре, за останні 10 років ви активно займаєтесь темою Калинівського ринку і супутніх ринків добробут, мегамаркет, і також темою незаконного видобутку гравію в районі Жучки. Який ваш особистий інтерес? Ви ж не маєте бізнесу на Калинівському ринку. Чому такий інтерес саме до цього об'єкту? Я вам скажу чесно, откуда я вийшов? Я вийшов з Калинівського ринку. Я був предприниматель, я торгував тоді, коли ще ми торгували всі з машин. Многие мои друзья, коллеги, моя сестра, друзья моих друзей, дети моих друзей, все работают на Калиновском рынке. Это в то время был, наверное, единственный источник существования. И как можно сейчас продать или предать этих людей? Я не понимаю. Власне, Іван Ринджук якось у 2011 році сказав, я би порадив Анатолію Анатолійовичу спрямувати свою величезну енергію в бік власного бізнесу, а не витанцьовувати танці під чужу дудку. Він мав на увазі, що ви відстоїте інтереси Калинівського ринку. І між рядками тут прозвучало чиїсь прізвище, чиї саме? Ви розумієте, як людина, який грабив город, який грабив його на 17 лет вместе з бывшим мером, має право мені таке заявляти. Вони украли сотні мільйонів доларів. Подтверждение моих слов есть то, что буквально за два года или за три года
Калиновский рынок начал зарабатывать в десятки раз больше. Он за 3 года заработал больше, чем за 17 лет правления Николая Трофимовича. Так кто, что я должен защищать? Объясните мне. От до теми власного бізнесу. Ви критикуєте несправедливий розподіл розказання бюджетних коштів у місті Чернівці, але й пов'язана з вами фірма «Промбудінвест» звинувачується в несплаті в міський бюджет повної вартості орендованої в центрі міста землі. І при цьому, як стверджують джерела в ратуші, справно платити ви перестали десь із 2010 року, коли почалися процеси засунення Миколи Федорука. Понимаете, это подмена. Подмена – это чистая неправда. Я аренду платил до недавнего времени. И было решение, параллельно было решение о выкупе. Я эту землю выкупил у Минской Рады. За аренду платил до последнего дня. Даже сейчас плачу, потому что я еще не получил акт постійного користування на землю. От вас пов'язують з багатьма бізнес-структурами в місті Чернівці. От народний депутат Максим Барбак у квітні 2014 року з посиланням на Державну виконавчу службу озвучив інформацію, що офіційно в Анатолія Чесанова власності ніякої бізнесу немає. Так є чи немає? Максим Бурбак много что говорит у нас, понимаете? Если мы будем слушать и верить во все его слова, то мы, наверное, не знаю, во что превратимся. Человек, будучи министром инфраструктуры, даже не удосужился поучаствовать в ремонте Богдана Хмельницкого, хотя он этого заявлял. Он очень много заявлял про международный аэропорт, что там украдены деньги 600 тысяч гривен, которые он не довел до конца, хотя мы знаем, что он просто говорился в этом бизнес-проекте, участвовали его однопартийцы, и потом они это все тышком-нышком решили спустить на тормозах. Поэтому верить словам Максима Юрьевича, наверное. Вас якби іноді дуже рідко позиціонують як директора Чернівецького обласного благодійного фонду, який називається «Відродження міста Чернівці». Проте про цю роль майже нічого не відомо, і навіть про діяльність фонду в інтернеті ніякої інформації знайти неможливо. А тому що благотворительність, вона не повинна офіційно виходити на шпальта газет, розумієте? В то время ми були успішна страна, була, все було нормально, не було ніякого кризису, і ми дуже активно участвували в різних родах проєктів і займалися благотворительністю. Зараз совершенно інша ситуація в країні. Якщо країна стане краще, ми, мабуть, возродимо допомогу і будемо допомагати. Хоча ми і зараз допомагаємо. От про шпальти газет. У серпні 2012 року перед парламентськими виборами на шпальти газети «Свобода слова» ви написали, цитую, «Колись найпотужніша і найчисельніша партійна організація України фактично стала прислужницею фронту змін». Так от, ваш колишній однопартієць Валентин Маніліч у січні 2015 року в нашій програмі не був такий категоричний в його оцінках, і він не виключив також своє повернення до партії «Батьківщина» сьогодні. А ви таку можливість виключаєте чи ні? Я і вважаю себе членом партії «Батьківщина». Жалко, что произошла такая ситуация. Это, конечно, глубокая ошибка была тех ребят и тех депутатов, которые верой и правдой служили партии, расстраивали эту партию, служили народу, взять и просто предать и выгнать из партии. У квітні 2014 року у ЗМІ просочилась інформація про ваше і не тільки ваше бажання вступити до політичної партії «Удар». І це негативно коментував тодішній ударівець Олексій Коломійць, який вже звідти зрештою пішов. Що це було? Це була передвиборна качка, чи ця інформація справді відповідала дійсності? Я вам скажу чесно, це чиста брехня. Ваші політичні опоненти дуже часто закидали вам співпрацю з попередньою владою. Проте 2 грудня 2013 року перед відомою сесією ви підтримали в міській раді тезу про імпічмент тодішньому президенту України Віктору Януковичу. І взагалі загальні такі гасла Євромайдану ви підтримували. Але чому ви не захотіли підтримати відставку Віталія Михайлішина? Казали, що кулуарно ви сказали, нібито знімати його немає за що, але взагалі членство в партії регіонів, хіба цього було недостатньо? Смотрите, давайте по порядку. Значить, перше. По поводу импичмента я не поддержал, я был инициатором этого. Я конкретно подготовил обращение к президенту Украины, где четко были высказаны позиции нашего Евромайдана, где были жесткая критика и конкретно слова про импичмент. Была потом похожая Вольна Рада, наша сейчас действующая коалиция, большинство, взяла слово про импичмент, вообще выключила, сняла. И мы уже за нее не голосовали. А относительно того, что я где-то колуарно выступал, защищал Михайлишина, так это было не колуарно. Я вышел с сессии Минской Рады. На площади было около 10 тысяч человек.
Мне люди задали вопрос: Анатолий Анатольевич, вы будете голосовать за снятие Михелишина? Я сказал нет. Я категорически противник того, чтобы его снимать. Потому что человек на самом деле за 2 года сделал очень много хорошего для города. А какой он регионал? Я, честно говоря, не считаю его регионалом. Регионалы те, которые сегодня в окружении нашего Алексея Павловича. Там 90% регионалов вокруг него. Вот это регионалы, которые перекрасились. А Михелишин честно поступил. Написал заявление о выходе из партии и сдал мандат. Вот это поступок мужчины. Ну, от не менше, ви тоді фактично стали ворогами і протестуючих студентів, які ініціювали Євромайдан, і взагалі офіційно стали... Ні, я вам скажу чесно, я не вважаю, що я став ворогом. Ну, вони вас так сприймали? Ні, тому що, вспомніть, на площаді, коли один із журналістів сказав, йдемо гриміть Сорбонну. На той же ноте люди могли бы просто, если бы они ко мне так плохо относились бы, они пошли бы и били бы стекла, а наверное, поджигали. А справа с подписами против студентов, которые блокировали? Я вам скажу честно, никакой справы против студентов не было. И никакого заявления не было. Потому что я его лично писал вместе с многими депутатами. Там было заявление в прокуратуру против организаторов, те, которые питбурили, столкнули студентов на противоправные идеи. Когда только начали дергать студентов, мы полностью все свои заявления отозвали, потому что оно не касалось студентов, оно касалось непосредственно конкретных людей. Почему это вообще произошло? Потому что вы знаете, что в стенах Мирской Рады мы, правоохранительные органы задержали 2 ребят молодых с коктейлями Молотова. Нет, нам надо было допустить, чтобы город начал гореть или что? От у нас останнє запитання, оскільки вже майже закінчується час. У квітні 2011 року ви сказали таку фразу: «За останні роки місто було віддане васалам Федорука». От у мене запитання: хто чиїм васалом у Чернівцях є сьогодні і під чиїми прапорами ви підете на вибори до міської ради восени? К великому сожалению, произошло то, что произошло. После революции гідності к власти опять пришли те же самые, кто был в окружении Кілая Трофімовича. Те, кто 17 лет просто разбазаривали город. Те, кто имеет отношение ко всем злоупотреблениям, ко всему негативному, что происходило в городе. К великому сожалению, они сейчас правят балом. Я, честно говоря, вы говорите, что уже передача заканчивается. Я уверен в том, что люди открыли глаза, что они стали мудрее, что они видят, кого они привели к власти. Они разберутся и дадут достойную оценку на этих выборах этой политической силе. И в чьей партии я бы силой выпидать на выборы? Ну, конечно, я бы хотел пойти от Батьковщины. Но я думаю, что это нереально. Если, конечно, будет возможность мне пообщаться с Юлией Владимировной, я больше чем уверен, что ребят восстановят в партии, потому что они со всеми своими действиями, я имею в виду коллег-депутатов, показывали, что они не сдали позиции партии. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був депутат Чернівецької міської ради Анатолій Чесанов. До зустрічі.